Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания. Вы знаете, есть очень большая угроза эпидемии, даже пандемии страшного вируса. Не случайно, что память Марии Египетской совпала с этим временем введения карантина, связанного с распространением коронавируса. Подобно тому, как модель безопасного общения с зараженным грехом мира сформировала Мария Египетская в той отдаленной пустыне. Она боролась с дьяволом, который поражал человеческие души. Сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это и наши души. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской.